нас совсем недавно появилось обновление в туалет Tower Defense, и уже сегодня вышел новый April Fool's Update. Я тебе покажу, как фармить Chester Crate в туалет Tower Defense и многое другое. Ну а перед началом небольшая реклама. rbx3.io, сайт, где Robux всегда в наличии. Курс очень выгодный, 1 рубль равно 2 робукса. Множество методов оплаты, которые подходят для жителей всех стран в разных валютах. Также в их есть телеграм-канал, где регулярно проводятся конкурсы на бесплатные робуксы. Конкурсы как и маленькие, так и очень большие. rbx3, ссылочка будет в закрепленном комментарии. Что ж, дружище, вот мы прямо сейчас находимся в лобби, и как ты можешь заметить, где-то там у нас находится новенький режим под названием Ohio Mod, что? Описание гласит, это у нас April Fool Event Toilet City from Ohio Sigma, что? Короче, друзья, это максимально странное обновление, созданное в честь 1 апреля. Если что, в 1 апреля у многих режимов в Роблоксе выходит 1-апрельское обновление. Ну, в Toilet Tower Defense это не обошлось обычными глазами, которые вылазили на весь экран. Если ты не знаешь про что, то смотри предыдущий ролик, я там, конечно, знатненько офигел. Также нам добавили новых троих юнитов, это вот такой вот Ohio Cameraman, вот такой вот это у нас, как его зовут? А, Мьюинг, Мьюинг ТВ Мэн, и вот такой вот Сигма ТВ Мэн, тоже, смотри, дружище, ой-ой-ой, какой же он только крутой. А купить всех этих юнитов можно вот здесь вот, на вот этом вот ивенте. Давайте посмотрим, нажимаем Chester Crate, и здесь у нас Ohio Cameraman, Микроволновка Мэн, Мьюинг ТВ Мэн и Титан Сигма Мэн на 0.05%, да, на самом деле его будет очень сложно выбить, но мы попробуем в этом ролике. Денег у меня, конечно, не так уж и много, всего лишь 212 000 монеточек, но давайте попробуем, почему бы и нет. Да, что мы делаем? Подходим сюда и давайте купим, я не знаю, я, наверное, не буду покупать сразу 10, потому что моментально все свои деньги потрачу, будем открывать по одному ящику. Просто по одному ящику открываем, смотрим, что мне из этого всего дела выпадет. Давай больше, больше юнитов, опять редкий. Нет, это, если честно, очень долго оно открывается, ну давай дальше. Дальше, я хочу еще открывать. Опа-на, мне выпал эпический юнит, наконец-то, из 5 ящиков мне первый хотя бы эпик выбил. Что это такое? Мне 3 ящика осталось, и мне одни редкие выпадают, и один эпик. Это вообще не дело, друзья. А ну-ка, редкий. Давай последний, хотя бы легендарочку. Ну давай легендарочку, на легендарку 0.5%. Нормальный же процент. И эпик. Ну хотя бы эпик, и на этом же спасибо. А возможно, мне мои подписчики отправили по почте легендарочку, либо вообще мифик. Давайте прямо сейчас посмотрим. 17 подарков. Друзья, если что, я хочу застять ролик, где я буду открывать все ваши подарки. Поэтому, если хотите, можете открывать, точнее, можете отправлять мне на ник. Вот мой ник, если что, Влад11-2018. Если хотите, можете на этот ник отправить подарочки. Я буду скоро записывать ролик, где я буду всех их открывать. А давайте мы прямо сейчас, пока 17 подарочков, только вот так вот включим быстренько. И быстренько пройдемся, посмотрим, что здесь у нас такое есть. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, микроволновочки мэны. Отличненько, спасибо огромное. Ладно, легендарочки вроде как нету, поэтому погнали, наверное, сыграем в Ohio мод чисто теми юнити, которые я только что выбил. Наверное, Титан Клокмека мы оставим, Клокмена. Так, наверное, Синистер Камерамена убираем, ставим ТВ Мена. Убираем, наверное, вот этого. Убираем вот этого. Убираем вот этого. И ставим двоих юнитов, которые мы только что выбили. Это у нас Микроволновка Мен. И где у нас находится? Мьюинг ТВ Мен. Господи. Ohio Cameraman. Надеваем его. О, боже мой, друзья. Что это такое? Посмотрите, что здесь находится. Здесь из тако или что? Это чебуре какой-то тако. Из тако вылазят скибиди туалеты и надвигаются прямо на нашу базу. Второй тако. Очуметь. Окей, давайте тогда будем потихонечку их уничтожать. Смотрим, что у нас делает Ohio Cameraman. Чё? Не понял. Это кто такой? Я же поставил Ohio Cameraman, а почему здесь легендарка Dual Bad Speakerman? Не понял прикола. Погодите, я взял вот это. Что? Погодите, что? Погодите, что? А что этот юнит? Что этот юнит делает? Этот юнит спавнит рандомных юнитов, очуметь. Слушай, так это имба. Это, наверное, самый крутой юнит из всех. Погодите. Нет, глич камермена я не хочу. Титан Спикермен не хочу. Не хочу. Давайте какой-то крутого, прям супер крутого юнита попытаемся заспавнить. Ой-ой-ой, Сигма ТВ Мэн! Или Титан Сигма Мэн, Титан Сигма Мэн, ставим его. Мне не хватает денег, чтобы его поставить. А сколько нужно денег? Я же знаю, сколько нужно денег на Титан Сигма Мэна. Тогда поставим его. На него мне тоже денег не хватает. Чего? А как мне его поставить тогда? Окей, тогда, наверное, давайте пропустим, прокачаем его, нет? Не, прокачивать мы его не будем, мы поставим какого-то... нет, не его хочу. Хочу его, хочу его. Его тоже нельзя поставить. А кого вообще можно поставить, друзья? Это очень все
странно. Ну-ка, давайте... А если я поставлю микроволновку? О, смотрите, микроволновка тоже рандомные юниты. Ух ты, это прикольно. Это очень прикольно сделано. Мне прям, ну прям респект, друзья. Прям супер респект. Да, и этот юнит, если честно, он очень плохой для этой карты. Потому что, смотрите, у нас очень много скибидистов прямо сейчас пробираются в туалет Тако. Кипаем еще одну волну. Давайте попробуем поставить какой-то дешевый, наверное, юнит. Катана Спикермен. О, Катана Спикермен у нас поставился. Отлично. А сколько денег нужно? Я же не знаю. О, чуметь, друзья. Апгрейд Титан Дрилмен, смотрите. Я его, кстати, никогда не видел в игре. Посмотрите, как он выглядит. Так, ну поставьте его, думаю, сейчас не смогу. А если вот так вот? Да, мне не хватает денег, чтобы его поставить. А ну-ка, что здесь еще есть? Камера-хеликоптер. Кстати, камера-хеликоптер я бы поставил, на самом деле. Вот, да, вот. И мне денег не хватает все равно. Это что такое? Спикер-дрон какой-то. Лазер-камера-кар. Спикермен. Бэт-спикермен. Это у нас что? Спикер-спайдер. Поставим его? Нет, не поставим. Я не знаю, просто нужно знать цену юнитов, понимаете, друзья? Нужно знать цену юнитов. О, Хио-камерамен! Кстати, я бы его, наверное, поставил, чисто проверить, что делать настоящий Хио-камерамен, а не все вот эти вот, что попадаются. Окей, давайте скипнем, наверное, эту волну, посмотрим, что еще можно. Хочу нафармить 300 монет и попробовать поставить микроволновку Мэна. А ну-ка, что здесь у нас в микроволновке? Лерчицы вот эти вот попадаются, гост-камерамены. Опять Ахио-мен попался. Прикольненько, прикольно. Так, посмотрите, как они быстро пробираются. Я надеюсь, мы прямо сейчас успеем, и у нас никаких проблем с этим, собственно говоря, не будет. Хотя они очень быстро пробираются, на самом деле. Мне кажется, сейчас будут проблемы как раз. Прокачка Ахио-камерамена стоит 5000. Чего? Почему так дорого? Что будет, если я его прокачаю? Мне даже страшно представить, если честно. Ну окей, я хочу нафармить 5000, но у меня не получится. Эта каточка сейчас будет проигрышна, друзья, я думаю. Просто посмотрите, сейчас очень жестко пробираются. Я понял. Это так, это не персонажи такие, это карта такая. То есть из-за этой карты вот Эхия. Я думал, это чисто из-за персонажей, да, но нет, это карта. То есть из-за карты спамятся совершенно рандомные юниты. Это прикольно, на самом деле, прикольненько. Но есть один минус, нужно знать цену юнитов. Потому что если ты не будешь знать цену, то, собственно говоря, ты ничего не сможешь. И... Кстати, в магазине у нас еще появился новенький геймпас, который называется «Бесконечные юниты». Что это за геймпас? Это означает, что максимум можно вроде как поставить 15 юнитов, но благодаря этому геймпасу ты сможешь поставить бесконечное количество, но только до 3 апреля, друзья. До 3 апреля можешь поставить, поэтому это, ну, можно так сказать, 1000 робуксов пустую, чисто один денек повеселиться, и все. И это не работает на Endless мод, потому что если бы работал на Endless мод, то я думаю, там уже было бы... Просто знаете, какие рекорды? Сейчас вроде как рекорд 111 волна в Endless моде, а если с бесконечными юнитами, то там я боюсь представить, какая волна была бы максимально. Наверное, 1000 какая-то. А нет, 113 волна максимально. И вроде как нет, не поменялся вроде как. Как я смотрел, раньше так и было, да. И моя волна тоже не поменялась. Как было 32, так тоже осталось. Ну что же, друзья, а как получить бесплатненько этот геймпас? Чтобы тебе получить бесплатно, ты должен прямо сейчас поставить лайк под этот видеоролик, подписаться на мой канал, написать любой комментарий с ником в Роблоксе и напиши еще в комментариях вместе со своим ником слово Охио. Напиши слово Охио, и я буду знать, что ты застрял до этого момента и участвуешь в конкурсе. Поэтому да, друзья, пиши обязательно слово Охио и свой ник в Роблоксе. Ну а я желаю тебе какого приятного просмотра, уже ролик заканчиваю. Ну а я желаю тебе удачки и пока-пока. Еще встретимся.